еще долго никто не обойдет. Но это человек, которому, конечно же, аплодируют абсолютно все, кто за Милан, кто не за Милан. Это совершенно не важно. Это великая династия. Мне довелось общаться с Чезаро Мальдини лично. Я брал у него интервью, когда сборная России играла стыковые матчи с Италией в 97 году, за правый участок на чемпионате мира 98 года. И, ну, совершенно потрясающее впечатление оставил Чезаро Мальдини, тренер великой итальянской сборной, какой-то журналист из России, которых вообще, в принципе, спортивных в то время не было. И я помню, в Сан-Паулу, стадион, где проходил ответный матч нашей сборной с итальянской командой, Чезаро Мальдини там пробиться было нельзя, надо было за год записываться на интервью. Но я как-то пролез, что там пискнул, помогло владение итальянским, и он обратил внимание на журналиста из России. В виде исключения согласился на интервью, там все итальянские коллеги вылупили глаза, не понимали, что происходит. Поэтому светлая память замечательному тренеру, замечательному человеку. А по поводу династии...